Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем коротеньком видео я хотел бы вам показать, как можно утеплить входную группу в гараже, то есть ворота. Ну, не сами ворота, а именно входную группу. Вот смотрите, недавно приобрел гараж, у меня вот такие ворота, здесь вот щели большие, здесь щели, снизу щели. Сейчас зимой вот это все разбирать, утеплять у меня не получится, и в морозы вот здесь все примерзает, все прям инеем покрывается. То есть именно отсюда идет большой холод. И очень кстати, один из зрителей моего канала, зовут его Марк, прислал мне классный подарок из Москвы. Марк, тебе большой привет и большое спасибо. А прислал он мне вот такой вот войлочный материал, чтобы я утеплил свой гараж. Изготовил я шторы, в общем, из него. Покажу сейчас, как все сделал, как все это выглядит. Вот так это все закрывается очень легко. Давайте отойду подальше. Вот такой войлочный материал. Смотрите, снизу я его прошел вот такой вот тканью, что-то типа баллони. Супруга мне здесь все прошила. Это я сделал специально, чтобы войлок-то все-таки белый, чтобы он по низу сильно не пачкался, чтобы некрасиво не было. Вот так вот его мы прошили. Ну, смотрится, я думаю, здорово. Далее, как я все это закрепил. Кстати, Марк также мне прислал тросик 3 мм. Также, Марк, тебе спасибо. В общем, смотрите, с одного конца я забил анкер-крюк 8х60. Трос завел и зажал кончик троса вот таким вот зажимом. Зажимом для тросика. С этой стороны также забил анкер-кольцо уже. Зажал тросик зажимом. Здесь тросик изолентой подвязал. И обязательно надо ставить вот такой вот тоу-рэп, чтобы потом тросик натянуть. То есть мы его просто крутим, тоу-рэп, и тросик натягивается. Кстати, вот такие вот наборы, готовые прям, зажимы, наконечники различные, продаются на Алиэкспрессе. Ссылочку оставлю в описании под видео, если интересно, то посмотрите. А затем, изначально я хотел здесь поставить люверсы, то есть кругляшки такие сюда врезать. Но по городу проехал и люверсов толком не нашел нигде. И потом вспомнил, что есть у меня вот такие вот еще советские прищепки от советских гардин. В подвале их нашел, принес, прицепил, и все отлично держится. Я вначале думал, они держать не будут, но они металлические, то есть отлично держат. Поэтому решил люверсы не ставить, а ставить прищепки. Тем более на лето очень удобно, можно будет отцепить эти прищепки и шторы убрать. Летом они не нужны будут. Кстати, друзья, на моем втором YouTube канале вышел недавно небольшой лайфхак, как сверлить отверстие без грязи, без пыли. То есть если в стене вам надо где-то отверстие просверлить, а пачкать вы все не хотите, то вот такой небольшой лайфхак. В общем, ссылочку оставлю в описании под этим видео, если интересно, посмотрите этот лайфхак. Вот так у меня сейчас все провода здесь висят. Ну, не обращайте внимания, до проводки я еще не добрался. Надо купить светильники, провода и все делать. Но, наверное, я это все отложу все-таки до лета, потому что в морозы возиться неохота. В общем, вот такие шторы получились. Мне нравится. Теперь холод с улицы сюда дуть, проникать не будет, потому что реально в минус 20-25 прям очень сильно от ворот дует из щелей и холодно. А теперь все вот так плотничком закрыто, все красиво. Удобно, кстати, все это очень открывается. Все, раз. И открыли. Ну, можно будет еще какие-нибудь завязки здесь сбоку добавить. Хотя нет, вот, все сбоку держится. Наверное, завязки даже ставить не буду. В общем, вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то палец вверх. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и полезного. Всем удачи, друзья. Пока-пока.